Эти кадры за один вечер облетели все соцсети и набрали тысячи просмотров. Машина скорой помощи провалилась колесом под асфальт. Произошло это на парковке дома 46 по улице Вознесенской. Сразу же под записью появились комментарии, что парковка решила уйти под землю. А для того, чтобы вытащить скорую, вызывали спасателей. Операция по освобождению прошла успешно. Сам провал моментально огородили сотрудники управляющей компании. Теперь задача у них – определить причину провала. Место осмотрели инженеры. Там их ждал неожиданный сюрприз. Отсюда и родилось предположение о том, почему произошел провал. Было выявлено, что внутри, то есть в той полости, которая образовалась, имеются проекции строительного мусора, кирпичи, остатки деревянных фракций, они по большому счету там быть не должны. То есть, как мы предполагаем, это скорее всего нарушение именно при укладке подушки при застройке. С подрядчиком уже связались, пока никаких точных цифр и дат он не называет. В настоящее время связались с подрядчиком, он непосредственно сделал пока предварительную оценку по смете. Мы пригласили его для детального осмотра, чтобы он определил фронт работы. Сейчас управляющая компания ждет предложения о стоимости работ и сроках проведения. Опасности дальнейшего обвала, как говорят представители УК, нет. В настоящее время участок огорожен. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».